Я вас приветствую, дорогие друзья. Так. Решил провести тестовый режим. Посмотреть, как в Одноклассниках работает онлайн-трансляция. Так, все подключаются. Так, как установить? Так, ага, вижу, оперативно вся страна подключается. Игорь Лаурхей. Ведмесаже Катари Динтуат Цара, ведмесаже День Диаспора, родные Фалешты, родные Бельца, от которых Плохиш пытается меня отлучить. Так. Стамбул. Германия, Москва, Санкт-Петербург, Камрад. Так. Какие прогнозы сейчас обсудим? Так, ребят, делаем репосты. Печенье со сцены центуры дуэла лезер. Курс диск там. Не паря рыв честен темпла. Не то там паря рыв, да, стой ситуации. Так, Рыжкани, ну что, можем начинать. Значит, добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу в первую очередь поприветствовать вас и поблагодарить за вашу поддержку, за ваше участие в выборах, которые прошли вчера. Вчерашние выборы, к сожалению, значит, некоторые эксперты, в том числе я говорил в начале, когда было решение о проведении этих досрочных выборов, я говорил, что с циклом Плохотнюка, с его админресурсами и так далее, это будет, знаете, игра Марио, где пульт находится у Плохотнюка, значит, а мы все, кто в них участвовали, это были те, которым Плохотнюк, как программист, создавал те или иные препятствия. Кому-то он создавал их серьезные, кому-то искусственно, кого-то он уничтожал, кого-то он вообще не трогал. Мы вчера фиксировали массу нарушений. В 2014 году электронная система дала сбой. Вчера отключался интернет по всей стране. Отключалась электроэнергия. Значит, что говорит о том, что Плохиш был готов. И он был готов еще тогда, когда обозначен. Мы участвовали в этих выборах, потому что я всегда делал то, что рекомендовали наши районные организации, то есть то, что предлагали люди. Все говорили, я об этом уже говорил еще тогда, когда я сказал, что у нас будет кандидат. Значит, все говорили, почему у всех есть кандидат, а вот у нас партия, мы никого не заявляем. То есть люди настаивали, у нас был хороший, достойный кандидат, к
которого я хочу поблагодарить, потому что Дмитрий Алексеевич Убашенко, который не был публичным лицом и которого узнала за очень короткий срок, за очень, компания не, длилась недолго, значит, узнала очень много людей, многие к нему присматриваются, но десятки тысяч людей за него проголосовало, я вам благодарен. Он набрал больше, чем просто премьер Лянка с Гимпутом и остальными вместе взятыми. Значит, все равно я убедился в том, что Плохотнюк еще раз доказал, что он сделает все возможное для того, чтобы уничтожить нашу партию, уничтожить меня персонально, потому что человек, который рубит правду матку, ему в стране не нужен. Поэтому, собственно говоря, он и снял меня с выборов, не дав мне участвовать. Вы помните историю с возрастом. Значит, но сегодня, так как мы ввязались в эту историю, значит, нужно выходить из нее с высоко поднятой головой. Значит, я поступлю так, как хотят большинство сегодня тех людей, которые меня поддерживают. И, значит, в ближайшие дни, значит, мы проведем выездное совещание в Москве. Значит, прилетит Дмитрий Алексеевич Убашенко, прилетит руководство нашей партии. Как раз в пятницу официальный выходной. Значит, в России 4 ноября день народного единства, официальный выходной. Значит, плюс 4 ноября у меня день рождения, и как раз будет повод обсудить. Значит, мы поработаем в четверг, мы поработаем частично в пятницу и поработаем в субботу. Значит, плюс я сегодня говорил с Игорем Додоном. Додон сказал, что теоретически планирует в пятницу тоже быть в Москве. Значит, мы обсудим все то, что он сегодня говорил, и то, что он не говорил, про то, как мы выступим. У нас есть определенные вопросы, как у граждан страны, не только как у политформирования, на которые мы хотим ответы. Сегодня он сказал, что сделать так, чтобы Плохотнюк уехал из страны, победит режим. Значит, с Майей Санду я не разговаривал. Она не звонила, а я не знаю ее номер телефона. Значит, есть очень много вопросов у меня ко второй туру, но нужно будет принимать какое-то решение. Значит, и я его озвучу. Значит, поэтому я жду приезда наших коллег. Хочу сказать, что то, что произошло вчера, как бы там Плохотнюк не химичил, не крутил свои наперстки, но я тоже делаю определенные выводы. Значит, нашу партию ждет очень серьезная реструктуризация и очень серьезная реформа. Значит, я очень надеюсь, что в этих реформах будут участвовать представители диаспоры и находящиеся в России, и находящиеся в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки, потому что есть очень много наших качественных людей, которые, к сожалению, были вынуждены уехать за границу. Значит, Абимня Войса, Скимба, Маймутия, Лукруль, Чейчи Цини, Веткаевичина, Тряба, Кудудон, Декларат, Чубашенко, Фосполер, Аурбестас, Кудудон, Птемаста, Швен, Декларат, Клар, но не шудаты на факут, Шунос, Фачем, Жокуй, Лаврюн, Партит, Еу ничего дата новой трада мебри партиду шесть санаторий партиду ностру шиноям партичпат Марок
Акума дудон пацпы ворче к ну я ужунс. До упроченти. Ты под воспомка доказ плохотню бре, ел день шесть здесь пояс фак паза шопл, день шин защинич птес и фак паза синч. А дика астаз, ну и клар, чижок, щи в раз упцы и полноурма плохотнюк. Квра сара, анкилосла, американ, сау ансимены трусы ларош, дар уркум осфи и клар, а че с лукру. Vreau să spun un lucru foarte important. Dacă noi vrem să ținem vreun candidat, acum în turul 2, noi poți cerem pe urmă din acest candidat rezultate ca împreună cu toți cetățenii Republicii Moldova. Și cei care o să-i țină din partea noastră și chiar cu cei împreună care l-a ținut pe cineva în primul tur. Noi am participat în turul întâi ca să demonstrăm și să fie clar că nu pot fi șantajat, influențat, nu pot fi cumpărat de plahotniuc, cum a încercat acest interlop să o facă în luna iulie. Eu am făcut așa cum vor cetățenii și cum o trebuie să procedeze un partid adevărat de un partid adevărat. În opoziție, da? Că nu suntem ficție, cum îl bocănim noi pe Plahiș. Să alții au de mai mâncat mancă. Este important faptul că noi nu vom ceda. Eu mi-am asumat o responsabilitate foarte mare și foarte importantă pentru toți cetățenii din Republica Moldova. Și cei proruși, proromâni, și proeuropeni, și promoldova. Eu am promis că voi distruge regimul lui Plahotniuc. E clar lucru, mulți îmi scriu că dacă eram eu candidat la funcția de președinte, poate să fie alt rezultat. Pentru asta, Plahotniuc și Moscos, că dacă n-avea frică, n-avea să modifice nimic ce aici ține de vârstă. Eu astăzi analizez foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. O să colaborez, cum am declarat anterior, că o să colaborez cu organele de drept din alte state, ca regimul lui Plahotniuc să fie condamnat conform legii, nu așa cum el îmi desenează dosarele. Mâine, apropo, la orele 11 o să fie ședință Curtea de Apel Chișinău, unde se va decide soarta mea, ceea ce ține de mandatul de arest care procurorii și polițiștii de Buzunar lui Plahotniuc l-au organizat în adresa mea. Ei încearcă mai multe lucruri să afle în România, numai că problema că în România nu se pun pe Facebook probele din dosare penale și nu se dau informații ce ține de marturi din dosar. Asta la noi în Moldova. Și vre Plahotniuc așa e două apare pe dischi de MD. Значит, aici trebuie scriu un deștept la care n-ai tu alte stati среди că он vagabond или плохиш. Почему на выборы в России пришло так мало избирателей? Ребят, вы знаете, для меня это тоже большой вопрос. Я помню, что было в 2014 году, и такое ощущение, что люди не особо хотели идти голосовать. Потому что явка была очень слабая, понимаете? То есть я думал, что явка будет процентов 70. Значит, то, что произошло, значит, ну, вы видели. Значит, тут пишет, что кто-то, что моя правая рука плохо, а Дон левая. Ребят,
была возможность при полной мобилизации поддержки всех граждан страны нам быть во втором туре. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал. Я хочу поблагодарить родных бельчан, которые, несмотря на все наезды, на все репрессии со стороны Плохотнюка, порядка 35%, голосов проголосовали за Дмитрия Алексеевича Чубашенко. То есть это говорит о том, что бельчане вникли, бельчане поверили в то, что кандидат от нашей партии, достойный кандидат, огромное им спасибо. Я, кстати, буду продолжать работу, они под любыми предлогами сейчас попытаются через суды, через провокации, там какие-то уроды приходили к Приморье, полукрасные, там полуголубые от Плохиша организовывали какие-то попытки акции протеста. Значит, я уйду тогда, когда, если увижу, что бельчане этого не хотят, но точно не уйду из-за того, что этого хочет Плохотнюк и его режим. Меня ждет огромная работа. Значит, я буду двигаться, я буду реализовывать те проекты, которые я начал. Значит, уже сегодня обсуждалось выезд внушительной делегации Молдовы, которая посетит Бельц. В рамках реализации тех проектов, которые я начал уже здесь, в Российской Федерации. И мы будем двигаться вперед. Значит, еще раз говорю, ситуация непростая. Я вижу, что все больше и больше говорят о кандидатах. Кто-то пишет «нет Мая», кто-то пишет «нет Дадон». Значит, ребят, есть вещи, которые тоже нужно понимать, что есть политик, который заявляет, что он за сближение России. Я всегда выступал за нейтралитет, за то, что Молдова должна быть площадкой, на которой Запад с Востоком взаимодействует, а не показывает свои какие-то амбиции. Значит, я активно сотрудничал и продолжаю сотрудничать с регионами Российской Федерации, как мэр города. Значит, Мая официальный проект США. Мая, значит, заявляла о том, что она унионистка за объединение с Румынией, понимаете? То есть, поэтому давайте говорить реальные вещи. Если мы будем поддерживать Дадона, то вы все будете спрашивать потом с Игоря Николаевича, как с президента, за реализацию или не реализацию своих обещаний. Но еще раз говорю, я хочу очень много информации в СМИ. Это нужно все обсудить. В этом нужно. Я же все понимаю. Вы прекрасно знаете, что я один из самых информированных людей в стране. Но если мы попались на удочку Плохотнюка с участием в этих выборах, то нужно из этого как-то выходить, понимаете? Поэтому сегодня у нас абсолютно два разных кандидата. Выборы превратили, к сожалению, в геополитические. Значит, люди голосовали не против режима Плохотнюка, люди разделились на пророссийских и проевропейских вчера, то, что произошло, да? Поэтому если выборы продолжаться с геополитической точки зрения, то вы же понимаете, что я никогда не буду призывать за кандидата, который за объединение с Румынией. Хотя сердце болит, душа плачет, но еще раз, я ответственный сегодня за судьбу молдавского народа, касаемо тех обещаний, которые я делал. Поэтому сегодня из этого надо будет исходить. Ну а Плохотнюка надо будет кончать жестко, поэтому я не знаю,
как себя поведет и что будет делать, человек, который станет президентом, да, но сегодня я преследуюсь по политическим мотивам. Сегодня Плохотнюк всем показал, кого он реально боится. Поэтому сегодня я не собираюсь торговаться ни с одним кандидатом, но я не могу предать граждан Молдовы, которые мне доверяют и доверяют моему мнению, моей позиции, понимаете? Вот, значит, Ренат, что с уголовными делами Плохотнюка в Румынии и Англии? Ребят, там я видел в СМИ разную интерпретацию касаемо его, значит, Плохотнюк получит международный мандат на арест, но вот заголовки некоторые, что Плохотнюк в Румынии имеет дело или еще где-то, я не буду сегодня давать четких деталей, говорил на эту тему. Важно, что, значит, завтра попросил, чтобы мой адвокат Ион Черга представил доказательства в суде завтра на заседании. Куртя Диапел-Кишинев, что я на самом деле имею статус свидетеля на территории Румынии. И о том, что молдаване наши, чтобы не быть полными идиотами и потом не сесть в тюрьму рядом с Плохотнюком за то, что они пытались одни покрыть Плохотнюка, другие скрыть какие-то улики, третьи направить следствие в ложном направлении. Значит, им завтра будет предоставлена возможность через моего адвоката оформить все соответствующие документы. Шпринкомиссия ругатория лас мерга лакишнел политишти прокурори ашакумов осла криминала стади Горбунцова Мария Брита смерга румния ши коллабораторий политики румния под Сифиин Трябац, кум у колаборат усатый куей, кум усатый, я ажутат ка, чинева сажунга, он пушкари, чинева сажунжин тим пола пропят, шимул тяуте лукры, а шекал сфит от норма. Вот, значит, параллельно я, значит, подписал договор с известной адвокатской, адвокатским бюро в Лондоне, который будет представлять меня в суде. Как я говорил, Горбунцов будет платить и плакать за всю эту грязь и за то, что он вместе с Плохотнюком на пару участвовал в попытке дискредитировать и меня как человека, и как бизнесмена, и как политика, и так далее. Будут платить в Англии с этим строго. Значит, сегодня разговаривал с одним адвокатом в Москве, с одним США. Завтра, значит, должны мне предоставить координаты также крупной конторы адвокатской на территории Евросоюза, которая специализируется на снятии Интерпола и так далее. Значит, потому что то, что молдаване меня подали, значит, я уже понимаю, как они подали, как они быстро действовали. Поэтому с этим нужно будет разбираться. Значит, я уверен, что я докажу. Подчеркиваю, уверен, что докажу свою невиновность во всех странах мира. Ну а потом эти прокуроры, судьи Плохотнюка, значит, пусть делают выводы. Так. Вот тут я смотрю, все соревнуется. Одни Нусан, другие Нудудон. Купче вон, Ренат Унди, сон про миссион или диспликари ворбиз. Сосын его мадеврат контра Плохотнюк, ади кама еще не воскли. Да, но вот есть у проблем. Кма есть проект у американилор, ш американи, сын чекаре протяжа за режиму бандитеслу Плохотнюк. Потому что когда сегодня американцы покрывают бандитский режим Плохотнюка, то какие бы ни были хорошие планы у Майи, и в Госдепе никто не даст их реализовать. Поэтому пока мы не покончим сами с режимом Плохотнюка, как я уже говорил,
надеясь, что будет, не надеясь, а уверен, что будет мандатный арест, вопрос когда, да? И надо ловить эту собаку и заканчивать. Так, за кого голосовать во втором туре? Ребята, я еще раз говорю, для тех, кто не был в прямом эфире, значит, Дмитрий Алексеевич Чубашенко, а также основная часть актива нашей партии, четверг, пятницу, субботу будут в Москве, где мы будем обсуждать все эти вопросы. Значит, поэтому мы ждем, я жду всех в Москве, и жду в пятницу Дадона и поговорим. Вот тут пишут, поддержите народ, не поддерживайте Дадона. А весь народ молдавский, это что, Майя Санду, вы это имеете в виду? Ренат, псинис с ценим. Ребят, еще раз говорю, давайте ждем выходные. Вот. По крайней мере, любой, кто станет президентом, очень быстро его снимет, если пойдет что-то не так. Тут спуняй косо у принца пенкыни, да, котя тинди, я-то кайфо статинс. А, вариферицла декларациями, да, йок диплохотнюк вой, йонцелек, ион, кваши дес борзе окасаешь, протестацам фацала телевизор, да, и у вас макларифи, гуэнува батискап. Дярфита ашитес актив консентил. Дупа вотаре, дупа вотур лидиер, а факут шуё мулти конклузи, да? Куамни увор сау пи усаты, сау пи ними. Аста с вот воспунсинчер кама деранжаза. Значит, значит, тут какие-то уроды, вижу, позволяют себя оскорблять. И вообще хочу четко сказать, что я понимаю, что в этом все блатные дома, особенно вот эти соски плохотнюка, которые оскорбляют меня в Фейсбуке, понимаю, что меня сейчас нету рядом. Можете приехать сюда, рассказать это на Киевском вокзале или на Драгомиловском рынке, или на Красной площади. Сидите, если там какие-то ублюдки за 100 евро в месяц, плохотниковские, пишите комментарии. Чеку пчела, да, он требари фуарти импортанты. Значит, Сергей Пчела, который отказался оклеветать нас, меняя нашу партию, получил 30 суток ареста за то, что незаконно сжег листья на территории Бельского муниципального предприятия ДРСО. Я прошу всех бельчан быть неравнодушными к этой истории, потому что, еще раз я говорю, пчела жестко боролся с этой мусорной мафией, которая крышует плохотнюк и которая раньше платила маху и всей этой прочей нечисти, которую в Бельцах нужно добивать. Значит, и сегодня они платят плохотнюку. Это люди, которые украли десятки миллионов лей из бюджета. И пчела борется с ними, понятно, плохотнюк хочет этим уродам вернуть этот бизнес. Они какие-то новые провокации готовят. Не будьте безразличны, потому что человек пострадал из-за того, что фактически защищал бельчан. Значит, я занимаюсь этим вопросом, я в курсе всего того, что происходит. И я буду бороться за всех наших людей. И, кстати, те негодяи, которые пишут, вот, усатый в Москве, ребят, значит, если бы я сидел дома рядом с нашими людьми, значит, боюсь, что помогать всем нам кому-то было бы еще сложнее. А так, сегодня нужно не делать подарков плохотнику, а нужно так. Так, я читаю ваши вопросы.
Да, с политической точки зрения, вы правильно пишете, тут пишут, что с политической точки зрения, согласно то, за что выступает партия социалистов, что, за что выступает наша партия, значит, в этом плане мы похожи. Поэтому с политической точки зрения, значит, вы правильно пишете, что у нас сходство с социалистами. Я это всегда говорил, без там намеков и так далее. Значит, то, что есть к Дадону вопросы, да, у нас были конфликты. Это мы будем в пятницу обсуждать. Тут спрашивают, что вы будете просить Дадону. Дадона просить ничего не буду. У Дадона могу попросить только то, чтобы он порядочно сдержал свои обещания, понимаете? Вот. А потом, ребят, сейчас еще раз говорю, меня не столько интересуют сейчас некоторые моменты, как интересуют покончить с режимом Плохотником. Президентские выборы, неважно, кто выиграет, быстро с режимом Плохотника не покончит. Арестуют Плохотника, а потом... Как быть с политиками, обвиненных в связях с ним? Ну как, просто кончать их, понимаете? А как по-другому? Запрещать всех этих негодяев. Вон, кучу кандидатов не набрали даже половину тех списков, которые они подали в ЦИК. И это все делалось под руководством Плохотнюка, все это понятно. Почему бельчане не проголосовали за Чубашенко, а за Дадона? Чубашенко в бельцах набрал 35%, Дадон 40% с чем-то. Был бы кандидатом я, в Бельцах проголосовало бы 80% за меня одного. Не ругайся с Дадоном. Я ни с кем ругаться не собираюсь, ребят. Значит, если выбирать с политической точки зрения, я уже говорил. Ну, ребят, дайте поговорим. Так. Тот респектом партии Мендиш, ну вот это при ЛТЛ Али Ельсингур, персона Корничарка, Садискут, Кламния, Директ, Шеспуна, Прерия, респект Мудрас. Ломался мест, кто тем был, Амфос, Шос, Фюксинчер. А Ренат, вы молодец, мы протокрикался еще. Спасибо, ребят. Еще раз спасибо огромное всем тем, кто голосовал. Я ожидал на самом деле другие результаты, честно вам признаюсь. Плюс там точно накосячил с утра плохиш, пока вся страна спала. Ренат, дай совет сотрудникам Алтайской железной дороги, что они получают по 5 месяцев зарплат. Че, идите к Гимпу домой, забирайте бриллианты, золото, вскрывайте все его сундуки, потому что... Гимпу на всех коррупционных схемах молдавской железной дороги обогатился настолько, что хватит содержать и ваших детей с молдавской железной дороги. И че Дудон с теми диплохаста? Лантреба звой, ну матем деними, шастам демонстрат. Выглядишь устав. Да, ребят, ну вчера всю ночь не спал. Сидел, смотрел, пережил. Значит, страна до сих пор спит. А, правильно, ребят. То, что вчера многие не вышли голосовать, то, что вчера многие сидели дома, то, что вчера за рубежом большинство посольств остались тысячи неиспользованных бюллетеней, это, конечно, преступление со стороны тех, которые наблюдают дома, понимаете? Это вот наша гражданская позиция. Вот. Бизнес закрыть Плохотника, заморозить банковские активы, тюрьму всех и его собак. Полностью согласен. Нормально вы человек, бельчане вами очень довольны, говорил со многими своими коллегами, берется, помогите все же.
Додону, проголосуйте за него. У кого есть, как, у Плохотнюка на кого есть компромат? У Плохотнюка есть компромат на всех, кроме меня. Еще некоторых. Тут пишут, не злись на народ. Ребят, я не злюсь на людей. Я злюсь на безразличие сотен тысяч людей, которые ничего не делают для того, чтобы в стране что-то изменить. По такому принципу я вообще должен был остаться в 2014 году в Москве, не возвращаться. Вот. О, тот один. Артур Заяц пишет. Додон тире Плохотнюк тире Усатый. Молодец, Артур Заяц. Медали. Пендро. Третью дочку Михаил Федорович, контрлезла доктор. Так. Было бы прикольно, если бы перед вторым туром или сразу после и победивший, и проигравший выборы вместе выходят на улицу и сваливают чертовой матери режим Плохотнюка. Вот это было бы красиво. И со стороны проигравшего, и со стороны победителя. А если это все уйдет, там длинные беседы на полгода, то это все никуда. Офис в Москве будет, да. Как я говорил, в районе Киевского вокзала. Просто что-то ищу, чтобы было на первой линии, чтобы вы легко могли найти его. Почему Додон иногда носит черную резинку на правой руке? У тебя есть? Нет. Когда был маленький, мама ставила красный бантик. Керам фрумушел с теме с нума девочнего. А черные как бы ленточки не было у меня никогда. Ты прав насчет пофигистов. Ну, майку моя словом видит с пеплахом. Беск, плохиша с маломурецки. У нас маломурецки, ниш моя санду кудудон. Ниш моя санду, ниш дудон к плохотю. Хай с фим Сереж. Так. Я рекомендую вам, чтобы Майя Санду говорить, а не только Додон. Думаю, это так, что это, то я думаю, что это было бы так хорошо. Почему не Майя? Ну, Майя открытый проект америкосов, ребята. Это для меня серьезная проблема. Это для меня серьезная проблема. Вы не обижайтесь, но весь тот бардак, все эти майданы, то есть то, что устроили американцы за последние два десятилетия, о чем мы говорим сегодня? О чем мы сегодня говорим? Как вы себе это представляете? Майя была, заявляла там, после встречи с Басеску и державу декларат, я его унионист за объединение с Румынией. Хай Буназио. Хай Шон Винди, Цара, Шай Унио. Рената, с Майей не думал говорить, что она предложит. Ребят, мне вообще ничего не надо предлагать. Мне ничего не надо предлагать. Я хочу понять, значит, как и кто сегодня будет сваливать Плохотнюка. Как и кто не допустит объединения Молдовы с другим государством. Но о чем вы говорите, ребят? Значит, еще раз, давайте ждем. Значит, давайте ждем приезд наших, сядем, переговорим. Значит, и переговорим. Вот. Мне интересно, что будет. Очень интересно. Потому что там смогут
рисовать, смогут рулить процессами. После выборов, если победит Дадон, могут выйти правые. Америкосы свалят Дадону, Дадон обязан выходить. Если он проглотит эту котлету, то это будет последней котлетой для него. И они просто сделают из него вечно проигравшего во втором туре, понимаете? Поэтому тут ситуация очень сложная. Я коньком патриота Молдовы скорее. Ромейла Москва, пока. Только с Дадоном свалишь плохиша. Дадон пусть занимается экономикой, социальными проблемами, а со сваливанием режима плохиша я позабочусь. Вот. Почему не трогают Дадона? Да, его не трогали. Его вообще не трогали в компанию. Убивали только меня и Настаса. Это правда. В чем заключается реструктуризация партии? Ребят, заключается в том, что в некоторых районах превратили районы организации Сирилье, оттолкнули очень много качественных людей. Я собираю эту информацию, очень много людей пишет мне через социальные сети, поэтому будет серьезная реструктуризация по всей стране, касаемо офисов, в том числе и центрального офиса в Кишиневе. Тебе ничего не грозит в Москве. Жду. Вот хочу пойти, нажди меня с фотографией Ковкалюка, Бусука, этого прокурора, сидеть с ними. Говорить, Боназио. Вот, пропал один рыжий плохишовец, один черненький. Так, Ренат платить факультет, братец, сказал, принял, пеплаха, найти. Дедуаля тур. Да, и бун вариант. Ламини Катарии, идея. Ценец медика на МФКОД загон луфилатом прижору парламентлу. А кто то шесы фащему загон лу плохотнюк. Шьёсан гата керсвена цара вын манда дярец. Штиве кум сажун гашек стрязацкий держа кумини МФАЦа ла джибиси. Дар импортант си манда дярест. Димпартия ун иста динуе пенумили лу плохотнюк. Плохиш ну пать парасыца рашатунся, но и тразим он загон диста шелтерминампи. Пиморанцел. Ренат, когда исполнится возраст соответствия для когда-то президента, вы будете свою кандидатуру выдвигать? Если увижу поддержку людей, увижу, что вам это надо, значит поддержу. Так. Ренат, я не ожидал, что Чубашенко наберет так мало процентов. Я еще раз говорю. Главным программистом вчера был Плохотнюк, который сидел в GBC, как в игре Марио, создавал препятствия и искусственные барьеры. Дима набрал больше, они однозначно свалили. Так. Вот еще один больной. Игорь Жигин зовут. Русофонии плекас ден цара. Так. Плаха трас, пенцап кори. Молгрени пляка ден цара. Да, бэс, тэд, вэд. Обидно, что люди недооценили твое намерение. Ребят, я... Будет так дальше. Я не буду гоняться за процентами, за рейтингами. Кончу с режимом плохиша. Иду на пенсию. Сами потом рулите. Значит, по крайней мере, я буду знать, что моя родина освобождена от фашистского ига. Дон Леосат, дичей кипа пенел, украд просто насрать. Воспомнил к фачам реструктуризация лапартет. Венец, скрец медиа или вастры. Фейсбук, пятноклассники, амприват, пазина дворами персонала, ну, скрец пазина партидулы. Это пазина аста, каре депикар йокум ворбеск, двор йо макче слоя. Шинскрец идеи или вастры. Дат си вивор, хадец и дискутем, хадец с мешком лукру или наинти. Керчей каре мучес пестихотаре.
Ребят, короче, не отчаивайтесь. Значит, идем вперед. Значит, нет у нас сегодня заднего хода. Значит, посмотрим завтра, какой цирк устроит плохиш в суде. Значит, Кишинев. Так, он, подождите, сообщение с милицией пришло. Молдавское. Хороший милиционер пишет, я всегда рядом. Вот с хорошим смыслом писал или плохом, попозже перезвоню, узнаю. Через криву рытым привенцал и портино ностром. Сначала моя Марь Магаль. О, Анкауно, плохишовец. Ходс, миллиардар. Рушение злощей. Так, вижу, некоторые пишут в личку. Реально непонятно, что дальше. Значит, ребят, сказал четко. В пятницу жду Дадона. Собираю весь актив в Москве. И после этого переговорим. Ребят, я желаю хорошего вечера. Значит, двигаемся вперед. И если есть конкретные предложения, пожалуйста, кстати, вот многие пишут в личку, привет, как дела, что делаешь, ребят, конкретно, пишите задачу, оставляйте свой номер в WhatsApp, значит, на который я могу перезвонить, переговорить, ладно, поэтому ласас, телефон, иди контакт, дискрет, конкрет, ситуация, ну, инскрет, повеш, псилабин, трудущий, кюта, принфортеры, Бон, Водорецк, Васяра Фурмасен, куда-то в Амуцмеск. Штилковец Марин Кредери. Мини, Варком, Сунтон Топ, Преференцилор, Молдовенилор, есть и Датурит, Суценери Каривам, Димпартия Ластром, Вазутку Тумпинат, Ирвамни, Шимфаца, Амбассада, Дела Москва, Вайбеск, Плохиш Малимитат. Плохиш Малимитат, ну, по Черкулас, ну, под Контину, Инвестигатели, Чицене, Ди, Эрицинери, Луи, Сыну под Поросяса с Федерации Рос, он у меня пытается забрать свободу. Он пытался у меня забрать жизнь, но он никогда у меня не сможет отнять желание кончить его и его бандитский режим. Я вас люблю, всем хорошего вечера, сила в правде. Делайте, пожалуйста, репосты. Обнимаю. До завтра.